Среди коллективов, включившихся в социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия образования СССР, трудящиеся Днепропетровского завода металлургического оборудования. Их лозунг – «Заказы братских республик досрочно». Без малого 40 лет работает на заводе Владимир Иванович Закора, руководит бригадой, занятой изготовлением засыпных аппаратов для доменных печей. Эти огромных размеров детали изготавливаются с ювелирной точностью. В год 60-летия образования СССР днепропетровские машиностроители выступили с почином 30 дневных вахт дружбы в честь союзных республик. В дни, когда снимались эти кадры, на заводе шла трудовая вахта в честь грузинской ССР. Успешно справившись с плановым заданием, бригада Владимира Закоры досрочно завершила монтаж засыпного аппарата для металлургов Руставского завода.